Привет всем! Меня зовут Светлана, и в этом видео я хочу показать, как украсить новогодние игрушки, которые я предварительно обтянула бархатом. Как обтягивать игрушки бархатом, я покажу вам в следующем видео. А сейчас я хочу, наверное, начать с вот такой вот тыквы. Будем ее украшать. Украшать будем вот такими бусинками на ниточке. Будем приклеивать их во все стыки. Дальше я из фольги сделала вот такой вот хвостик и покрасила его белой акриловой краской. После того, как она высохла, буду красить ее золотой. И вот такая вот игрушка у нас получилась. И если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!